поездах дальнего следования появится интернет. Интересно, а когда в поездах хотя бы появятся розетки? Главные русские вопросы: кто виноват и что делать? Главные вопросы владельцев собак: что ты жрешь и где ты это откопал? В московском метро тестируют поезд на автопилоте. В роли автопилота выступает машинист Петров, который третью неделю не просыхает. Петруха спрашивает: товарищ лейтенант, а танки летают? Лейтенант говорит: Петров, ты что, с ума спятил? Петруха говорит: а товарищ генерал сказал, что летают. Лейтенант говорит: да-да, летает, только очень низко. На подведомственном участке на дороге вышло 15 единиц уборочной техники. Это же гастарбайтеры с лопатами. Это 15 единиц уборочной техники. С одной стороны, в гости без бутылки неприлично приходить. А с другой стороны, если у тебя есть бутылка, зачем же в гости переться? Охотник завалил огромного кабана. Подъезжает егерь и спрашивает: а лицензия есть? Охотник говорит: не помню. Не помнишь? Ну давай погрузим. И поехали. Погрузили еле-еле кабана на машину егеря и поехали. Проезжают мимо дома охотника, а охотник и говорит: а, вспомнил, вот лицензия. Блинчика. Лучшими диетическими йогуртами оказались российские. Энергия на их вскрытие оказалась больше, чем содержавшаяся внутри. На новогодний корпоратив селедку под шубой поручили приготовить дизайнеру Петрову. Он лучше всех работает со слоями. Считается, что быков очень раздражает красный цвет, поэтому они стремятся проехать на мигающий желтый. Подписываемся, кликаем на колокольчик.